Прежде чем перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора, хочу коснуться вчерашнего несчастья, которое произошло в районе города Барановичи. Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг после предварительных данных по расшифровке черных ящиков этих самописцев, проходили учебные полеты с аэродрома базирования в Лиде над аэродромом в Барановичи. То есть перелет, насколько я информирован, полеты на низких высотах над аэродромом. И когда тренировки уже практически закончены, там был не один самолет, тренировки совершали, по-моему, 5 самолетов в данном звене. У одного из самолетов, Як-130, отказали все уровни системы управления. Их 4 и 5 резервные. Отказали мгновенно в течение одной минуты. Каждую секунду 1, 2, 3, 4 уровни управления отказали. Невозможно было реагировать, остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность пилотам отвести самолет от еще больших бед и увести его на единственный клочок свободной земли. Пилоты не катапультировались, как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапульты во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было, и понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Тем не менее, погибли два просто героических человека. Поэтому, я думаю, будет правильно, если мы минутой молчания почтим их память. Я, конечно же, благодарен людям нашим, которые просто в подавляющем большинстве высказали соболезнования семьям. Я только что еще раз попросил госсекретаря, чтобы связались с семьями, и особенно нашему парню, майору, который имеет 3 детей, чтобы мы оказали всяческую поддержку. Поэтому, Наталья Ивановна, посмотрите за этим вопросом, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Поддерживать семьи, особенно детишек, нужно. Но, к сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди, Иван Владимирович. Их иначе как мерзавцами не назовешь. Которые вчера наши средства массовой информации озвучили. Некоторых из них постились они, как обычно, на своих этих гадких страницах и так далее. Я попрошу, передайте председателю КГБ, подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев. Установите и доложите. Вы поймите, если случится, не дай бог, беда в стране, говоря языком войны, это будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали, это мерзавцы,